Строительство батареи началось еще в 1914 году. Только к середине 1934-го здесь был проведен пробный обстрел орудийных башен. Через 4 года после последних исправлений и завершения монтажа объект ввели в строй. Тогда еще никто не знал, что сооружение станет братской могилой для сотни бойцов. Сопротивление личного состава гитлеровским войскам вошло в историю как один из героических фактов второй обороны Севастополя. После освобождения города батарея была восстановлена и переоснащена и обеспечивала береговую защиту вплоть до 1997 года. Здесь служила и большая часть участников конференции. Одним из них был Михаил Петров. На 30-й батарее я прибыл в 52-м году лейтенантом после окончания училища. В это время батарея восстанавливалась, и в 54-м году восстановительные работы закончились, и была произведена первая стрельба. Участники конференции хотят добиться признания 30-й береговой батареи как военно-исторического памятника, обеспечить свободный вход для посетителей, установить на территории мемориальный комплекс. Ветераны представили доклады об историческом развитии и стратегическом значении этого объекта. Нужно придать этой 30-й береговой батарее статус военно-исторического памятника. Это первое. Второе – создать мемориальный комплекс на территории 30-й береговой батареи. Ну и ряд других целей, в частности, облегчить доступ, экскурсии на 30-ю батарею, чтобы могли люди видеть все, что там происходит, то есть это сооружение увидеть своими глазами, доступ свободный, сделать доступ к памятникам, который создал личный состав батареи, в частности, к памятнику матросу. Леонид Блёмин добавил, как осуществить задуманное, участники конференции точно не знают. Главное для них заручиться поддержкой властей и руководства обоих флотов. Рената Малышева, Деливер Меджидов, программа «Наше время».